программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Черный день для фермеров. Почему в Михайловском районе стали избавляться от коров? Патентный налог. Разбираемся, станет ли предпринимателям проще работать. Чудная баба. В одном из районов края электрики и участковые поставили спектакль «Абсурд». В Алтайском крае две школы и несколько детских садов отправили на карантин. Он связан со вспышками ОРВИ в коллективах. По этой же причине еще 32 класса в 13 школах перешли на дистанционный формат обучения. На больничном сейчас находится 2% учителей края, а также менее 1% воспитателей. В целом же, как сообщают в Министерстве просвещения, вторая четверть проходит в штатном режиме. Стабилизацию мы наблюдаем и в статистике оперштаба. За сутки выявлено 226 новых случаев заражения коронавирусом. В ковидных госпиталях края умерло 12 человек за день. В тяжелом состоянии сейчас находится 577 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключено 149 жителей региона. И переходим к другой теме. В Михайловском районе начали массово избавляться от поголовья. С буренками прощаются, так как содержать их уже не на что. Никита Ермаков расскажет, почему людям не жалко сдавать коров десятками – и почему это происходит? Еще одна убойная партия. Жители села Ракиты говорят, даже их терпение вышло. Чтобы выжить, они расстаются с коровами, которые их же и кормили. Теперь вот это все пустое. Вот посмотрите, сколько, штук 10 у меня. Здесь везде стояли бычки. Ну, бычки там мелкие, рогатый скот. Вот там вот два пригона, тоже пустые. Там стояло больше 10 коров. Это все я вырезала. Татьяна фермер. Летом у нее было 20 коров. Держала их много лет. Признается, тяжело было всегда. Но в этом году особенно. Во-первых, цена на молоко упала. Во-вторых, корм подорожал. И как бы стало вообще невыгодно их держать. Я так подумала, что мало. Объем нужен. Нужен объем. Взяла еще кредит 500 тысяч. Купила еще 10 коров. Ну, в итоге пришли к тому, что... коров теперь нет. Сейчас бы с радостью я вот тоже опять заняться, но теперь это ни к чему. Падение цены на молоко весной было всегда, но этой весной в пандемию его ощутили с особой силой. Для многих эти деньги содержали семью, шли на покупку кормов. Но вместо 23 рублей за литр молоко закупали по 13. Сейчас у Татьяны поросята, но цена падает и на мясо. Так что теперь женщина волнуется. Свиньи не спасут положение. К слову, таких как Татьяна целые села. При таких ценах, ну, молоко действительно, как говорят, вот, что нельзя, не меньше 30 рублей. Потому что в магазине литр молока 60 рублей стоит, а мы сдаем за бесплатно, отдаем. А столько трудов, мы столько своего здоровья сюда, хотя говорят, ой, домик в деревне, как хорошо. Да поработайте вы в этом домике в деревне, покидайте вот это говно, да все на свете. Съемка вообще запрещена. Где? Это моя частная собственность. Я не заходил. Имею, вот какое вы имеете? Вот это общая территория. Да, это общая, согласен. Я не заходил. Здесь санитарная зона, 50 метров. На убойном пункте нашему приезду не очень рады, но именно сюда в последнее время дорога накатана. За прошлую неделю, получается, 64 головы забили. Много сдают люди. Я в день, бывает, и два рейса делаю. Цена на молоко в данное время поднялась, 23 рубля. А сейчас хоть по 50 сделаю, потому что корова в стойловом периоде. Кстати, по словам фермеров, массово сдают именно владельцы личных хозяйств. Фермеры средней руки таких проблем не испытывают, так как тот же корм выращивают сами. Кормить получается дешевле. В отличие от соседей помельче, которые его покупают. В администрации района в качестве хоть какого-то выхода из ситуации предлагают вступить хозяевам ЛПХ в кооперативы. Это создание нескольких вот, личных подсобных хозяйств, где-то от 6 и больше. Все в кучу. Соединяемся, кооператив создаем. Это что говорит? Это валовый надой молока. Воловку создаем. Если ты сдавал по 13, довольно, ну, в руках я сказал, по 13 рублей, то где-то по 16 рублей будет сдавать. Вступившие в кооператив смогут стать оптовыми поставщиками молока и мяса. По краевой программе развития кооперации можно купить технику и скот. Но останется ли к весне у людей поголовье и надежда, что личное подсобное хозяйство может держать семью на плаву, а не тянуть вниз? По прогнозам жителей, к концу зимы скот начнут сдавать и в Волчихинском районе. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком.
А следующим нашим героям должна стать проще уже в ближайшее время. Налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей станет меньше. Так считают краевые законодатели. На последней сессии депутаты внесли изменения в закон о патентном налоге. Он придет на смену в Миненке. Андрей Дреер разбирался в плюсах и минусах альтернативы. Старый обновленный. 650 предпринимателей уже работают на патентном налоге. При том, что всего ИП, которые могут перейти на этот тип сбора, в регионе порядка 20 тысяч. Законодатели упростили этот налог из-за скорой отмены вмененного. Из плюсов страховые взносы можно вычесть из налоговых отчислений. Закон носит однозначно антикризисный характер, и в том числе, да, и то, что предприниматель будет работать проще, это однозначно. Стоимость патентов не такая большая на самом деле. Сегодня регионам в рамках исполнения национальных целей заложено в KPI количество предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения. Наша с вами совместная общая задача — создавать условия для того, чтобы предприниматели выбирали ее. И выбирать должны чаще. В новом законе стало больше видов деятельности, на которые предприниматели могут оформить патент. Теперь их 69. А типы потенциально возможного годового дохода разделены по размерам населенных пунктов. В первой группе, то есть в Барнауле, потенциальный доход для розничной торговли принимают за 2 миллиона рублей в год. В последнем пункте, в селах с населением меньше 500 человек, та же торговля предполагает годовой доход в 660 тысяч. Логика такая: меньше доход, меньше стоимость патента. По мысли законодателей, сельские предприниматели должны сэкономить. На этом плюсы новой системы заканчиваются. Есть и те, кто нашел минусы. По отдельным видам деятельности патент подорожал. Вот Александр Сергеевич так аккуратно обошел, значит, вопрос, который ему задал. Это что за помощь такая интересная предпринимателям по этому виду деятельности? Кроме того, для патентного налога прописали прогрессирующий коэффициент на количество сотрудников. Больше людей устроил — больше заплатишь. А в Союзе предприниматели уверены, что необходимо делать наоборот. Чем больше людей, тем меньше нужно платить за патент, поскольку предприниматель больше отдает по НДФЛ. Люди, которые работали на системе НВД, они налог платили постоплатой. То есть, отработав какой-то период, они платили налог. Патент подразумевает предоплату. То есть патент надо сначала купить, чтобы иметь право заниматься этим видом деятельности. А это у предпринимателей, особенно у малых, у маленьких, всегда дефицит ресурсов. А еще в патентную систему не могут войти предприниматели, которые торгуют маркированными товарами, табачными изделиями, алкоголем, обувью, изделиями из меха. А те, которые могут перейти на новое налогообложение, пока о патенте отзываются осторожно. Другая система налогообложения, она более неперспективная для нас. Вот, то есть, как бы радует одно то, что налог сильно не поднялся. Вот, если бы он поднялся до тех пределов, которые нам выписывали изначально, очень много предпринимателей города Барнаула, они бы закрылись просто. А сейчас предприниматели приободрились, потому что ждали худшего. Большинство коллег-ИПшников Тамары переходят на патент. Хотя подсчитать точную выгоду пока никто не может. Тамара и сама станет одной из первых, кто оценит выгоды этой системы. Документы на патент уже подала. Андрей Дриер, Дмитрий Денисов. День с толком. Почти 3000 случаев мошенничества в интернете зафиксировали в регионе за последние 10 месяцев. По данным правоохранителей, чаще всего сомнительная авантюра выглядит как заработок в интернете или когда у вас просят в долг в социальных сетях. И это только самые распространенные схемы, о которых жителям напомнили правоохранители и народные дружинники. Но ловки обманщиков теперь клюют не только пожилые, но и совсем молодые люди, поясняет полиция. Это телефонное мошенничество, когда звонят, представляются либо сотрудниками банка, службы безопасности. Ну и еще бывают, где говорят, что люди выиграли какой-то приз, либо положена компенсация за ранее приобретенную продукцию в интернете. Правоохранители настоятельно просят быть бдительными и никогда не сообщать реквизиты карты, пароля. Фасаду стадиона «Локомотив» вернут изначальный исторический облик. Сейчас на объекте ведутся строительные работы. На каком они этапе и когда ждать обновленный памятник культурного наследия, узнавали наши корреспонденты. Центральное здание стадиона «Локомотив» приобретает вторую жизнь. Постройка уже давно требовала реконструкции. Строение официально признано аварийным. Демонтироваться будет трибуна восточная, а также поздние пристрои будут демонтироваться, которые не имеют исторической ценности.
Изначально строители планировали объект капитально отреставрировать, но когда провели обследование конструкции, поняли, правильный памятник архитектуры воссоздать заново, соблюдая все исторические детали. Она имела очень ветхую конструкцию, были обследованы фундаменты, привлекались специалисты, которые дали заключение о невозможности восстановления в том виде. Комментарии горожан, которые в социальных сетях возмущаются происходящим, специалисты считают необоснованными. Ведь неизвестно, как бы сложилась судьба строения, если бы в него не вложил средства частный инвестор. Конструкции, которые находятся в аварийном состоянии, мы их не имеем права такими оставлять, там и фундамент плохой, и сами стены, конечно, кладка. Поэтому все это делается, естественно, под контролем. Проект сам прошел, по которому сейчас делаются эти работы. Прошли несколько экспертиз. Работы на одном из центральных фасадов проспекта строителей завершат через полтора года. Ну а нам остается только наблюдать за новым рождением старого здания. Елена Кузовкина, Мария Микшута, Дмитрий Денисов. День с толком. Полуразрушенный дом на улице Первая Западная, 47А, спустя почти 6 лет наконец-то признали аварийным. Напомню, межведомственная комиссия несколько раз выносила заключение о нормальном состоянии здания, игнорируя 80% ветхость дома. Осенью здесь даже начали косметический ремонт, восстановили лестницу, крышу, но дом все равно продолжал разрушаться. 27 ноября эксперты вынесли решение о сносе дома. Мы же не ставили, как сказать, цель признания дома аварийным как конечную цель. Это цель промежуточная. Мы бы, может, и рады были его отремонтировать и жить дальше, если бы здесь возможно было делать ремонт. Внутри продолжаются разрушения. Сейчас юристы помогают жителям подготовить необходимые документы, но каких-то изменений в ближайшее время ждать не следует, считают жители. Надеюсь, что вопросом их расселения займутся хотя бы после Нового года. А другому дому уже много лет не помогает статус аварийного дома. Жильцы здания по строительной улице уже 7 лет называют себя погребенными заживо. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Вот, смотрите, ткну, и все, вот оно, все валится. В доме на второй строительной лучше ни к чему не притрагиваться. Рассыпается от одного касания. Развалины в подъездах, в квартирах. Тут рухнул, это вот, тут раньше комната была, но потом рухнуло все здесь, весь. Соседи сверху пол постелили, но мы уже не стали тут ничего делать, потому что они балки уже все сгнившие, опасные. Дом без фундамента. Часть крыши вот-вот рухнет. Удобства на улице. Окна сравняли с землей. В 2013-м дом признали аварийным, но никого не расселили. В 2019-м заговорили уже, что пора сносить. Износ дома 70%. Центральный районный и краевой суды осенью этого года обязали мэрию дать жителям благоустроенные квартиры, равноценные по площади. Но люди боятся, что получат жилье в маневренном фонде, который ничем не лучше. Да, сейчас по закону можно предоставлять такие помещения, но важно о том, чтобы жилые помещения маневренного фонда соответствовали необходимым требованиям. И тут возникает такая ситуация, что, во-первых, в Барнауле всего два свободных помещения маневренного фонда. Это квартиры, так называемые, на улице Первая Западная, 44. Дом сейчас без капитального ремонта по Первой Западной, 44, как помещение маневренного фонда предоставлять нельзя. Еще один вариант маневренного фонда – колхозный переулок 32. Тоже в плачевном состоянии, поясняют общественники. Получается, что предоставлять это жилье мэрия не может. И когда люди получат новые квартиры, ни жильцам, ни нам власти не пояснили. То же самое, все непонятно где. Вот видите, смотрите, какая крыша. Все постоянно течет. Все постоянно. Мы сами как могли рубероидом вот эти доски ложили. Рубероидом. Для себя старались, но мы все сделать не можем. Это, к слову, еще одна входная дверь, где проживает часть жителей. Ни одной лампочки. 300 рублей ежемесячно на общедомовые нужды уходят в черную дыру. Управляющая компания будто уже списала дом. Телеканал «Топ-Вест». Валентина Аскерова, пожалуйста, поясните по дому, по улице. Не по адресу пришли. Вы почему кричите на меня? Не по адресу, выйдите, пожалуйста. То есть вы не относитесь никакого к управляющей компании? Нет. Напротив дверь. А можно вашу должность узнать? Я здесь не работаю. Напротив. А, Наталья Васильевна, там, где мы сейчас только что были? Да. Вон, это все там. А Наталья Васильевна, это кто, простите? Секретарь. Наталья Васильевна, а почему вы дверь закрываете? То есть вы так со всеми посетителями обращаетесь? Вот, видите?
Получается, до жильцов, которые рискуют быть похороненными заживо, никому нет дела. А ведь времени у этого дома, а значит, и у жителей не так много. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Министр спорта края прокомментировал скандальную ситуацию с «Динамо» Барнаул. Напомним, недавно футболисты клуба попали в щекотливую ситуацию. Несколько человек из команды подозреваются в договорных матчах. Якобы игроки и тренер делали ставки против своей же команды в букмекерских конторах. Речь идет о матчах с командами из Ульяновской и Набережных Челнов. Алексей Перфилев сообщил, что сейчас Российский футбольный союз проводит проверку. Если информация подтвердится, «Динамо» могут снять с чемпионата России, а также отправить в длительный отпуск, точнее, в дисквалификацию. Мы за честный и чистый спорт. Ставки, алкоголь, допинг, ну, это не те игры, в которые мы будем играть. Но прежде чем махать шашкой, да, мы разберемся. Также сегодня Алексей Перфилев высказался по поводу болезненной для многих темы – закрытия спортивных детских секций, которые находятся в подвалах. Нововведение вступит в силу со следующего года. Многим клубам придется решать – либо найти новое место для занятий, либо закрыться. Давно мы по многим причинам должны были выйти из подвала, в том числе и философия, я имею в виду Министерство спорта, что спорт должен быть доступен инфраструктурно в каждом районе, в каждом микрорайоне, в шаговой доступности и, конечно же, не в подвалах. Министр также отметил, что мы не должны забывать о трагедиях, которые произошли несколько лет назад в клубе «Хромая лошадь» и торговом центре «Зимняя вишня». Истерия по пандемии – завораживающая подпись на афише театра Михайловского района. На днях там прошла премьера спектакля, в котором говорили о ценности каждого момента. Спойлер – в конце никто не умер. Никита Ермаков продолжит. Красный свет как цвет опасности, в данном случае психологической. В Михайловском районе прошла премьера спектакля «Чудная баба». И это совсем не о женских причудах. Девиз пьесы – истерия по пандемии. О человеке, загнанном мыслями и метаниями. Поняла! Сейчас нет! Секунду, давай. Давай, догоняй! Сверхзадача спектакля заключалась в том, что нужно жить, нужно ценить все мелочи жизни, нужно там протянуть руку человеку, да, своему другу сказать, слушай, там, ты сегодня классно выглядишь, ты сегодня самый лучший, или там, а мы как-то спешим, знаете, как кони на бегах, вот они бегут, и у них шоры. «Чудная баба» по мысли режиссера образ всемирного зла, которое должна поймать главная героиня с символическим именем Любовь. Поймать и осознать, что жить можно по-другому. Такие сложные чувства со сцены передают актеры-самородки. Что-то внутреннее сумасшедшее, что-то вырывается из груди. То, что когда-то там давно сидело, а потом оно вырывается. Такие эмоции сумасшедшие. Когда бывает, теряешь людей близких. И оно вот здесь вот комом стоит, а тут оно все вырвалось. Сцена тоже своего рода терапия. Влюбленных в театр артистов здесь больше двух десятков. Актером такого театра, с одной стороны, как бы быть и легко, и одновременно и трудно. А трудно почему? Потому что у нас нет образования, да, соответствующего. То есть мы, как говорится, кто-то работяга, там, предприниматели у нас, плотники есть, и электрики, и пожарники, и участковые, и разные люди. А легко, потому что у нас коллектив очень дружный. То есть мы любим свое дело и то есть с легкостью это выполняем. Это наше любимое занятие, как хобби. Анатолий – воспитатель детского сада. Возможно, поэтому ему проще выдавать эмоции. Зрители – те же дети. Александр – столяр. И здесь он актер и тот, кто обеспечивает труппу реквизитом. Считает, что бутафория для полного погружения не подходит. Вот это вот мы делали, реконструкция была в 17 году. Вот, на День Победы. Вот. Мы делали 45-ку, она, кстати, действующая, она стреляет у нас. Она один в один. Вот. Ну, естественно, она не из металла, сделана из боли, но сам ствол, все и так далее, все так же, как вот трехлинейка, все, она тоже стреляющая у нас, она, то есть, заряжается, стреляет, но только, естественно, стреляет не патронами, а капсулями. Бывало, что делали даже настоящие рапиры и сабли, но в этом спектакле главным было, пожалуй, состояние. Сами артисты говорят, что спектакль «Абсурд. Чудная баба» для них новый опыт. И, судя по премьере, зрители оценили эксперимент на злобу дня. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком.
На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, на YouTube-канале. Для вас по-прежнему работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире.